68-летнюю Нелли Кобзон, вдову народного артиста СССР Иосифа Кобзона, стали все чаще замечать на публике, сообщает портал Дни.ру. Помолодевшую Кобзон видели на концертах, балетных постановках, а недавно она показала себя на московском кинофестивале. Очевидцы нашли Нелли Кобзон похорошевшей и посвежевшей, стильно одетой. «Завидная невеста», — сказал о ней один из друзей. Нелли и Иосиф Кобзон были женаты около 50 лет. Сейчас вдова артиста возглавляет благотворительный культурный фонд Иосифа Кобзона. Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет после долгой борьбы с болезнью. Похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы. На прощание с ним пришли около 6000 поклонников и знакомых. Ранее на слова Вики Цейгановой о домогательствах Кобзона отреагировал ее муж.